John S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем проходить миссию Ады в игре Resident Evil 4. Здесь сейчас доклад ее, то, что сейчас она проговорила в видеоролике. И опять же, не первый раз Леон встает на ее пути, не первый раз она выполняет свое задание, а Леон как раз таки мешает ей, как фигура, которая работает на другую организацию. И желание Вескера удалить его именно из этой операции, опять же, противоречит желаниям и настроениям Ады. Не хочет она его убивать и всячески ему помогает. Даже в борьбе с Краузером она ему помогла. Пятая глава и, скорее всего, последняя, судя по количеству отчетов, которые остались. У нас последний отчет. Report. Time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Да, Вескер по-прежнему настаивает на том, что и Леон, и Садлер должны быть уничтожены. Но, как мы знаем, после прохождения миссии за Леона, Ада этого не сделает, конечно же. Итак, пятая глава «Возвращение образца», который находится у Садлера. Все было бы просто, если бы мы забрали бы этот образец у Луиса. Но, как вы помните, Садлер его убил. Так, начинаем. Вот наша цель. И пойдем. Здесь есть торговец. Мне нужен большой чемодан. Опять нет места. Я хочу выбросить тогда вот эту гранату. Ослепляющая. Да, зачем она мне? Welcome. Итак, мы купили чуть больше дипломат. Но очень большой дипломат стоит 70 тысяч. 70. Это что же за кошмар-то такое? 70 тысяч. Ужас.
Ладно, пусть пока все так останется в таком вот беспорядке. Чем у меня вооружена, да, она взяла ТМП. Ну ладно. Пойдем копить. 40 тысяч у меня было, я потратила их. 70 тысяч до конца игры, возможно, даже я не накоплю. Есть ли смысл копить их? Здесь как раз таки произошла эта заварушка, очень мощная такая заварушка Леона. О, что там у нас, Ганада. Да, капец, что мы с ним будем делать? Гранату бросим ему. Ах ты, как красиво. Сейчас мы используем арбалет. Давай, Ада. Промазала. Не, не может быть. Есть. Замочили. Ну, знаете, арбалет, конечно, очень мощное оружие у Ады. Классно. Так, мы здесь можем подняться наверх. Я не знаю, есть ли смысл идти дальше. Попробуем посмотреть, что есть наверху. Так, ну что такое? Паренек, ты чей? Чей будешь? Там посмотрим, что есть. Стрелы для арбалета. Он, конечно же, ничего нам не оставил. Ух ты. Какое-то новое сокровище. Жутко боюсь вот этих пулеметчиков, правда. Я их очень опасаюсь. Валим, валим, всех валим. Вот этого особенно. Как я ему четко сразу в голову. Это офигеть. Такое четкое попадание. Сразу перезаряжаемся. Ага. Я тебя вижу. Что думаешь? Уходим. Ать. Почему ты приятелей своих не взорвал, а? Здесь только было народу. Нет, чтобы бросить гранату пораньше. Вау. Так, подождите, подождите. О! Тихо, тихо. Ну, черт, а почему ты меня схватил, гад такой? Мне нужно снять вот этих вот стрелков. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Там с гранатами один паренек. Да. А второй с арбалетом. Ух ты, ух ты. Сейчас мы докажем, кто здесь хозяин. Конечно, надо было бы стрелять в бочку. Тут стоит бочка. Но почему-то оттуда я ее не заметила. Что за фигня? Выхода у меня другого нет, да? Я так понимаю. Чё-чё-чё? А, привет, ребята! Вы решили побеседовать с Адой? В тесном кругу, так сказать. Ух ты! Аж две лаги. Ну вы не волнуйтесь, у нас... Для вас очень много оружия, так что ничего страшного. Всем достанется. Давай, перезаряжайся. Там их, похоже, много. Они решили такую засаду сделать для Ады. Ну, типа, мы такие, прокинем бочку, и куда она денется. Вы не забывайте, что у меня еще арбалет есть.
Так, пусто. Берем арбалет. У меня, слава богу, достаточно в нем патронов. Вот так вот. Отлично. Открылась дверь. Мы можем идти дальше. Кстати говоря, нужно бы смешать аптечки. И даже больше использовать бы их. Немного только этим подлечив Аду. Не так, как хотелось бы, конечно. Ух ты! Ой-ой-ой! Арбалетчик. Ладно. Объединим эти травки пока что. Давайте, наверное, нужно перезарядить все, что у меня есть. Так, пистолет перезаряжен, ТМ-башных нету. Сейчас, подожди, дорогой, мы тобой займемся. Ух ты, мимо! Есть. Вот это да! Вот это эпик фейл называется. Два патрона мимо из винтовки. Жесть. Ну ладно. Здесь тоже очень непростой участок. Я думаю, у Леона здесь были большие проблемы с местными. Их тут дофига, они вооружены. Очень опасны. И также здесь должен нам встретиться пулеметчик, я думаю. Куда же здесь без него? И с этой. Я не знаю, стоит ли здесь еще что-нибудь обследовать. Вроде бы как бы мы там все проверили. Вниз еще можно сходить. Ой, ну не надо сбивать. Эй, да. О, здравствуйте. А ты чё тут? Какими судьбами вообще? Ничего себе, да? Он что здесь охранял? Бирюзу. Я ставил пистолетные патроны. Ну ладно. Все, что я на него потратил, он мне, в принципе, вернул. Давайте сразу скомбиним красную траву. Так, что там у нас еще? Еще желтое. Пригодится, возможно, конечно же. Не зря я сюда спустилась. Только знаешь, что, Ада, теперь поднимай лестницу. Давай. Хотя здесь она вполне могла бы использовать крюк. Зачем же он ей дается иначе? Но она решила, что... Нафиг, лучше по лестнице. Отгородили меня, типа, да-да. Такая же фигня, как была с Леоном. Упс, упс, упс. Прячемся. Нафиг, нафиг. Но я надеюсь, они не забудут, что я до них тоже доберусь. Так, пока сейчас мы посмотрим, до кого первого. Выглянем. Наверху стрелок. Есть один. Да, я тебя вижу. Из-за стены стреляет. Здесь где-то. Ах, черт. Надо отойти. Я не туда прицелюсь, блин. А мне его не видно, кстати говоря. Мне же его не видно. Поэтому я его шлепнуть не могу. Есть. Отлично. Так, того сверху мне отсюда, наверное, не снять.
Нет, отсюда не получится. Зря только потратила ваше время. Ладно, забираемся тогда наверх. Будем оттуда мочить. Эй, как дела, служивый? Растворился. Ага. Так, подождите, он отсюда может в аду попасть. Может, может. Ух ты, пролетает мимо, надо же. Так, я не могу в него отсюда попасть. Так, сейчас быстро, быстро снимаем его. Есть. Одним меньше. Погнали. О, нет, 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 как? Как ты здесь оказался? Черт тебя дери. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень плохо. Очень-очень. Так, сейчас берем снова винтовку. Смотрим, кто где стреляет в меня. Умри нафиг. Вот тебе. О, черт, спрыгиваем. О, офигеть, так страшно. Жесть просто. Тихо. Он там сверху поливает. Мне надо, чтобы он спрыгнул. Я тогда брошу в него гранату. О, есть. Есть, 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 есть. Так, и вооружаемся обязательно арбалетом. Отлично. Уходим. Ну, натуральная войнушка, а? Так, подожди, мистер. Ты что хотел сказать, что... Ты круче? Нифига, круче ады, я не знаю только кто. 4000 дали. Еще какой-то есть тут местный арбалетчик. Отлично. Есть что скомбинить. Не надо использовать. Так, перезарядить дробовик. Есть такая мысль. И ТМПшку. Похоже, сверху кто-то хочет спрыгнуть. Что-то у меня такое впечатление. Осмотреться надо. Где же кто? А, я тебя вижу. Опять-таки я тебя вижу. Получай. По заслугам, правда же? Нефиг в аду целиться. Сейчас полезем наверх. Наверное, такая же система открывания дверей. О, господи. Так, ну ладно, у меня пока что все нормально. Гранат нет, поэтому берем арбалет. Ну, жесть. Чё же моя семья? О, боже ты мой. Отлично. Ада, давай. Еще раз. О, как круто. Она молодчинка. Отлично. Получай. Распишись. Здесь все наоборот. По-моему, на той стороне была решетка у Леона. А сейчас у Ады немножечко иначе. Два пулеметчика. Вот здесь у Леона был еще такой товарищ. Стрелял тоже, по-моему, с пулемета. А у Ады немножечко все иначе. Тут все проверено. Залезаем.
Да, тоже такая непростая миссия, но мы все-таки близимся уже к финалу этой игры. Да, приближаемся. Поэтому, возможно, становится все так довольно-таки непросто. Сейчас как раз тот момент, когда Леон убил Краузера. Значит, он здесь уже прошел. Получается так. Ну все, покидаем это место перестрелки жестокой. И не знаю, стоит, наверное, перезарядиться, проверить все оружие, винтовку. У Леона в том самом месте была еще одна такая же засада, по-моему. Мазила. А, это именно то самое место, когда Леон вышел и его прикрыл Майк. К сожалению, такого Майка у Ады нет. Я думаю, это уже после перестрелки она вышла сюда. Да, здесь уже все дымится, однако какие-то недобитки остались. Посмотрите, вон он. Хотя... Какой ты такой недобитыш. Ты что здесь сделал? Неужели это тот самый чувак, который сбил Майка? А, да мы просто обязаны его уничтожить. Уничтожить этого гада. Он убил друга. Леона. Ну как друга? Человека, который пытался помочь Леону. Вот так скажем. Его РПГ, конечно, мы забрать не можем. Я там вижу еще двоих. Мы сейчас к ним обязательно дойдем. А вот это уже пора бы смешать. Ух ты! А я что-то вас не видел. А, они начали спрыгивать сверху. Нет, нет, нет. Так, Ада. Это нам не поможет. Дробовик, вот что нам поможет. Отлично. Все еще слышу какие-то звуки. Вон их. Двое. Посмотрим. Так, у нас есть немного дробовика. ТМП. ТМП надо перезарядить. Так, дробовик перезарядить. И пистолетом воспользуемся. Умри, несчастное создание, висячее. Так, еще один арбалетчик. Он, слава богу, в меня не целится, может быть, и для него это слишком далеко. Но для Ады не слишком. Она его видит. Она может его пристрелить. Умри ты уже. Он предпочел просто раствориться. Нафиг ничего не оставив. Так. Ну, это то местечко незадолго до финала, где осыпается песочек. Я его помню. У нас здесь есть стрела арбалета. Стрелы арбалета, наверное, лучше беречь на финального босса. Леон, you okay? Yeah. Sorry, Ada.
We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Такая жуткая сцена для Ады. Леон чуть ее не придушил. Она его спасает, всю свою миссию. Буквально. Пытается ему помочь. И он тут чуть ее не придушил. У нас тут есть торговец. В принципе, у меня нет денег, наверное, чтобы тебе ходить. Там арбалетчик. Да, я видела тебя, да-да. Может, там не психовать. Ада сейчас проходит через это же самое жуткое место, которое очень напоминает Silent Hill. Ух ты, ух ты. Давай, 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 давай. Есть. И... Да-да-да, давайте сохранимся. Что там? А, со щитами, чувачки. Ну, это ладно. По крайней мере, знаете, это не регенераторы, которые доставались Леону в его миссии. Это же была полная жесть. Вот регенераторы почему-то меня очень пугают. Очень. Клянусь. Остальные донаты это так. Ну... Местная неприятность, с которой приходится сталкиваться по мере прохождения. Ну чё, чем вас обрадовать-то? Да что ж такое-то? Ух ты! Так, берем эту башку. Это такой потерял щит, такой, так забесился вообще реально. Такой, да что ж такое, моя, мой щит. О, еще один плага. Гад ты такой. Ах ты гад. Сейчас мы с тобой разберемся. Вот таким образом. Отстрелили мы нафиг эту плагу. Посмотрите, какой живучий. Очень живучий чувачок. Просто мега живучий. Надо использовать одну хилку, потому что поднапортили нам. Поднапортили, да. И аптечки все на место сложим аккуратненько. Это перезарядим. Все, чтобы у нас местечко было побольше, потому что видите, как неудобно. Так, ладно. Да. Все прочее занимает место, которое могло бы занимать. О, боже мой. Все понятно. Леон здесь еще не проходил. Когда Леон здесь проходил, вот это место было пустое. А вот эта тварь на него напала. Так что мы немного сейчас опережаем Леона. В этой жуткой камере, как помнится, нет ничего. И пройти здесь невозможно, только как забраться наверх. Патрончиками запасают нас неспроста. О, Краузер, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive.
Ада очень эффектно появилась перед Краузером. Пора, наверное, брать арбалет. Вот так тебе. Гад такой. Давай, да. Ай! Повернулись? Ай, вот сейчас нет. Блин, что же нам с ним делать? 10 патронов. Почти убил. Ну ты сволочь. Мимо. Так, он опять слинял. Что ж такое? Вернулась, молодчинка. Умираем. Ух ты. Так. Уходим, уходим. Ача, молодец. А, нет, 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 нет. Уворачиваемся. Молодец. Опять мимо. Бросил световую гранату. Опять куда-то слинял. Какой же ты бесячий мэн. Ах, вот сейчас было плохо. Подлечиваемся. У меня всего 3 патрона. Это плохо. И вот сейчас было плохо. Он меня загнал буквально. Блин, что же делать? У меня последняя хилка. Что делать? Кошмар. Так, там у ворот идет. Помазал. Ах ты сволочь. Уходим. Ну и крепкий чувак, реально опасный, правда. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Ох, кошмар. Битва, конечно, напряжная, вообще напряжная. Какую-то лампу тут нашли, ладно, втюхаем ее торговцу. Я здесь, кстати говоря, погибла не один раз, да. Просто не хватало возможности увернуться и как-то, не знаю, короче говоря. Все это увидим мы на результатах уровня. Сейчас давайте, наверное... Перезарядимся. ТМПшка заряжена. Так, ну и все остальное, в принципе, нормально. Побеседуем с торговцем. Welcome. В общем, особо у торговца покупать нечего. Я купила у него спрей. И все. Ни на дипломат на большой, ни на что больше не хватает денег. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Leon, now!
Битва с Адлером. Не знаю, чем его мочить, правда. Ничего нету. Нет такого оружия, которое бы хорошо против него действовало. Ач! Уходим. Бесячий мэн. Давай, иди сюда. Уходим, уходим, уходим. А, черт. Вот чем его мочить? Вот чем? Винтовкой? Остается только винтовкой. Больше нечем, правда. У меня будет 3-4 хилки. И сейчас уже состояние Аду весьма неважнецкое. О, боже ты мой, боже ты мой. Молодец. А, черт! Уходим! Ач! Молодец! Вернулась. Давай-ка отбегаем. Там, кстати... Ой, черт! Ой, черт, черт, черт! Сейчас лечимся. Фух. Там наверху, по-моему, или где осталась аптечка? Нет, не наверху. Черт, нет! Ну почему этот бесячий удар он использовал? Козлина такая. Вот здесь у меня еще есть хилка. Да. Вернулась. Молодчинка. Уходим. Надо перезарядиться. Да что ж такое-то? Да нет, ну почему так-то? Я же использовала уклонение. Блин, бесит. Где он? Вон он. Давай, Ада. Ты должна выжить. Должна просто. Не знаю, должна и все. Без всяких разговоров. Давай! Опа! Молодец! Есть! Нет, 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 нет! Отвали, 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 отвали! Мочи его! Козлина такой, а? Очень много неприятностей доставил мне. Последние две хилки. Напряженная борьба. Он залез наверх. Ха-ха-ха. Спрыгнул. Так, где-то здесь. Вон он. Урод, ты промахнулся. Нет, нет, а что ж такое за игра-то такая? Мочи его, Ада, вот прямо туда. Да, молодец. Давай еще раз. Мы должны выиграть. Просто обязаны, не знаю. Вот что хочешь, то и делай. Последняя хилка. Гад такой, гад. Да сдохнешь же ты. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada!
Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Да, все-таки эта сволочь Садлер оказался живым после битвы с Адой. Гад такой. Сейчас донимает Леона. Нужно отсюда убираться. Уходим, уходим нафиг, их пофиг вообще по барабану. Так, теперь куда? О, ух ты, нет, 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 черт! Что будем делать? Давай вот так. И он вот ключики. Все равно они там все взорвутся. Так и не надо. Ну нафиг. Этого хлопнут. Его же снаряды. Минута. Всего минута. О боже. Быстрее, Ада, быстрее. Гады такие, на! Тридцать шесть секунд. И? Да, я здесь. Вот. Я успела. Класс. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Вот такой у нее финал.
у Эйды она добыла наконец-то образец, за которым охотилась, собственно, можно так сказать, да. И опять же помогла Леону, она не стала его убивать, да, она ему оставила путь к спасению. Ну что же, это очень интересное дополнение, очень к такому прохождению, как Resident Evil 4. Здесь открываются некоторые секреты. Связь Ады с Вескером, ее общение с Краузером, вообще как бы ее сотрудничество с Луисом Сэром. Ну, интересно, да. Правда, вот сражение именно Ады с Адлером мне далось сложнее, чем в прохождении за Леона. Не знаю почему, с чем это связано. Кстати говоря, вы знаете, что при прохождении нельзя выбрать уровень сложности. То есть, видимо, на каком ты проходил уровень Леона, на таком же, соответственно, тебе дается прохождение за Аду. В общем, замечательно, замечательно. Опять-таки разработчики порадовали фанатов дополнениями к игре. Это всегда они делали, что в Resident 2 и 3, и, да, всегда там были какие-нибудь дополнительные костюмы, дополнительные бонусы в виде прохождения за наемников. Так что огромное вам спасибо и до встречи. Пока-пока.